По трибунам помещения Ювентус Стадиума на трибунах поют. Охотно исполняют гимн Ювентуса болельщики этой команды к своим поклонникам перед этим матчем. И Криштиану Роналду отдельно записала обращение. То, что мы больше говорим об итальянской команде, в этом и заключается суть драматургии этого противостояния. Атлетико хорош, Атлетико был просто в составе Ювентуса, а кроме него... Голкипер Войцех Щенсный, первый номер. Четыре защитника, слева дебютант Лиги Чемпионов. Четверка защитников, четвертый Сантьяго Ариас, второй Диего Годин, 24-й Хосе Мария Хименес, 20-й номер Хуан Фен. Он сюда. Хиглеры в системе ВАР работают Дани Маккелли и Пол Ван Букель. То есть у нас сегодня есть Ван Рукель и Ван Букель. Главные все-таки должны гореть на табло. Стартовый свисток голландского арбитра Бьерна Кюйперса, который уже неоднократно в Европомощи взывал не только Массимилиано Аллегри, но и каждый из футболистов, который общался с прессой накануне этой встречи. Вчера была... Не сыгранная, конечно, пара совершенно. То есть иногда Канселу играет слева Ювентус, ему привычнее играть с Роналду. И мы... Несколько рикошетов и гол! Но свисток арбитра прозвучал. Прозвучал, по-моему, даже до того, как мяч в сетку отправил Джорджо Кьеллини. Так что это взятие ворот может быть отменено. Роналду еще показывает такой жест, чтобы была игра в мяч. Кьеллини забил. Вот уж если мы на этом будем останавливаться, вот так... Юбилейный матч отметил. Кюйперс успокаивает игроков Ювентуса. Давайте смотреть, что здесь было на самом деле. Атлетика. Кьеллини играет вперед по флангу. Здесь есть и Блес Матуиди, который попытается помочь Леонарду. Лучший бомбардир в истории Лиги Чемпионов. Банучи забрасывает мяч вперед. И никто из партнеров не может на такую передачу отреагировать по ходу раунда плей-офф. И в том числе в составе Ювентуса. И очень быстрый и техничный Антуан Гризман. Так что допустить даже... Сотный Ювентус продолжает атаковать. Мяч штрафной площади. Матуиди удар поворотом подставляет ногу партнер. Но Диего Годин на пути мяча. Каких особенных хитростей и сюрпризов нет. Янич забрасывает мяч вперед в эту зону. И выдернулся центральный защитник Диего Годин. Бернардески катит мяч в центр. Пьянич отдает на Канселу. Тот подает штрафной. Ян Облак. Спокойно. Подача, перевод получился. Вот здесь Канцел уже мяч принимает, но там Хуан Фран. Хуан Фран. Да, делает это Антуан Гризман. И еще три партнера вместе с ним в атаке участвуют. Тома Лемар получает мяч, уходит от Роналду, уходит от еще одного. В центре играет Атлетик. Пьянич забрасывает мяч в штрафную площадь и выбивает его пока на Ювентус Стадиум 0-0. И сам Годин подает, забрасывает штрафную. Ну, там Криштиану Роналду, Роналду. Скорости отдает Матюиди. Матюиди убрал сначала мяч Роналду. Игра кубков. Второй это, конечно, от Реала несколькими годами позже. Падаски Бернардески сам в центр сместился. Матюиди отправляет мяч на фланг. Там Спинацоло, подача. Ноги под левую себе переложил. Дальше Пьянич, подача. Готовился Роналду пробить, но мяч до него не дошел. Коке выбил 13-14. Диего Симеон. Спинацоло сам несется вперед по флангу в подкате Ариас. И от ноги Леонардо Спинацоло уходит мяч за Пьянич направо. Жао Канцело и опять Криштиану Роналду вместе с Манджуковичем в центре штрафной площади. Они ждут передачу Бернардески. Лево сразу три партнера. Криштиану Роналду один из них. Роналду решил пойти сам. И Гризман в подкате действует. Ждет передачи, получает ее удар Коке. Первый удар Атлетику по воротам. Атлетика близок к тому, чтобы пройти дальше, но еще у нас впереди по меньшей мере 70 минут игры. Себя успокаивать всю игру. И сейчас Атлетика уже атакует. Хуан Фран, у него передачи не получилось. Можно покатить. И мяч в результате грудью принимает Янобу. Были вопросы? Арест штрафной, прошу прощения, Куки. Это было. Гризман наносит удар, и здесь уже Щенсный вынужден выручать. Но там был свисток. Ювентус большим числом пришел в атаку. Сзади только Бонуччи сейчас остается. Но Ал Эмреджану. Бернардески. Бернардески набрасывает удар и забивает Криштиану Роналду. 1-0 на 27-й минуте. Ювентус выходит вперед. И самое дорогое приобретение делает то, зачем его приобретали. Не нужен был Ювентусу пенальти в этой ситуации для того, чтобы забить. Получилось. Хуан Фран и за спиной у него Криштиану. Должен атаковать Роналду. Обыгрывает Коке. Пытается подать мне штрафную площадь Кьеллини. Все-таки это делает Бернардески. Матч он не играл.
из-за красной карточки в игре с Валенсией. Собственно, с Валенсией почти не поиграл. Подача выходит. Но игроки Ивенса находят эти малюсенькие зоны. Бернардески падает, и Кюперс назначает штрафной. Ну, Жан показывает на себя. Вот бейте сюда, и бьет Бернардески выше ворот. Таймен сразу готов вступать в отбор. Бросает на Марату. Хуан Фран против Марата сразу два. Прямо скажем. Так, несколько метров вправо. Кьеллини выигрывает воздух, но только лишь воздух. И удар пытался на ней Родри. Вот сейчас нам покажут это еще раз. Годин. И вот играет это вынужденное решение. Но решение пока удачное. Вперед на Мурату. Переводит на Бернардески. Бернардески снова против него Хуан Фран. Опять это дуэль. Подача Бернард Сауль. Но и Эмре Джан. Эмре Джан пока тоже свою работу сегодня делает здорово. Но и Сауль. А вот Сауль, Сауль еще молод. Но еще недавно за молодежную сборную Испании выступал. Забил, кстати. А так подбирает его Криштиану Роналду. Против него Сантьяго Ариас. Роналду простреливает. Подставляет голову Коке. Лини спокоен. Но нужно еще мяч вывести. Сейчас прессингует Атлетик. И Коки здесь активен. И здесь он, и там, и техника хорошая, и рывки, и Лемар. Но Канцело мяч и теряет. Но Кьеллини сразу врубается, как будто как топором. И подача. 1-0, но Джан там просто на мяч не успел. Ариас. И вот сейчас, по-моему, Ювентус это и пытается. Он и Атлетико Спинацоло подает. И долетит мяч до Бернардески. Удар в падении через себя. Но, в принципе, лучше остальных это на этом стадионе делает. Ну и вот перехват, и некоторые футболисты Атлетико тут же вступают в отбор. Это тоже может стать дополнительным бонусом для Ювентуса, если удар. Больше всех на нас похожи в Европе. Бернардески, передача на Манджукича, Манджукич. Манджукич начал обмениваться такими улыбками. Подача Пьянича, удар! Кьеллини под перекладину. Облаковый бой ситуации. Подача Мурата, удар! Вот это уже было опасно. Это первый момент Атлетико в этом матче. Справа в защите 4-й Сантьяго Ариас, 20-й Хуан Фран в защите слева. В центре обороны 2 уругвайца. 5-2 сыграет Ювенцу, но иногда так перестраивается. Роналду подает! Манджукич до мяча не добирается. И направо Жоао Канцело. 4 игрока Ювентуса в центре. Штрафной удар Роналду! Облак по руке Атлетико! Еще один удар Роналду! Не удается. Рука! Пенальти! Пенальти назначен ворота Атлетико! Они радуются, потому или что гол, мяч летел в ворота, да. Пересек линию. И это значит, что Ювентус сейчас, вот в данный момент он переводит игру в дополнительное время. Еще много времени впереди. Но они сделали это, они сделали тот самый камбэк, о котором говорил вот этот человек, Роналду. Роналду дубль к 49-й минуте, ответная игра. Такое количество единоборств Криштиану Роналду. Сейчас он успевает ногу выставить, но удачный для Атлетико рикошет. Антуан Гризман, передача. Но там только Ювентуса. Спинацоло подает штрафную. Но здесь удара не будет. Но Матюиди на подхвате Пьянич. Ювентус отлично. Движется сейчас мяч. Манджукич скид. По чужой половине поля. Блес Матюиди. Пас налево. Спинацоло. Против него Коке. Спинацоло. Он хотел угла. Доброс штрафную. Выигрывает воздух Криштиану Роналду. И снова он у мяча. Но нарушает правила. И Кюперс это видит. Лемар. Дает свисток Кюперс и назначает штрафной в пользу Ювентуса. Кусочек газона, на котором ничего в эти секунды не... Реа. И Куре эту брешь собою закрыл. Криштиану бьет, попадает ру. Поле прямо сейчас. Это Лига Чемпионов и это ответ Атлетико. Анхель Куре. Удар по воротам. Казалось, что и в девяточку мяч может. За фланг Криштиану сумел только остановить мяч. Не больше. Даже не завладеть. Ну а здесь... смысл останавливаться. Понятно, что силы определенно могут кончиться. Все-таки дает свисток Бьерн Кюйперс и назначает штрафными, войдет в игру. Вместо Бернардески, я думаю. Позиции. Заброс еще один от Кьеллини. Роналду едва. Леонардо Спинацоло. И вместо него Пауло Дибала. А это значит, что это может значить? Ну, во-первых... Это на Блейза Матуиди. И вот атака Атлетико. Свисток. Да, ведь был? Да. Позже продолжим. Альваро Марата с мячом штрафной. Выбивает его оттуда Леонардо Бонуччи. Подхватывает Хуан Фран. Бонуччи. Прострел штрафную.
падает Келини, выбивая мяч, подхватывает его Годин, Коке на Хименеса. Тут на... Здесь Криштиану! Нет, все-таки третий защитник его останавливает. Ну и вы обратили внимание, конечно, на Мойзе Кин. Штрафную, навес, удар! Ну... лишь дотянулся до мяча. Передача к Елине, добирается до мяча Мойзе Кин. Момент у Ювентуса. Удар мимо! Он сейчас мог стать. Федерико Бернардески смещается. Падает. Кёй! Пенальти. Я думаю, пенальти. Да. Но... Криштиану. Момент вечера. Разбег. Криштиану Роналду. Удар и гол! Пришел сюда, на этот стадион, вот ровно эта трибуна ему аплодировала, когда он забивал ножницами. Мы помним это. А сейчас, спустя...